Поделиться опытом, научиться чему-то новому у фольклорных коллективов, попробовать блюда национальной кухни и не только. Каждый год здесь придумывают что-то новенькое, чтобы никто не заскучал. Казаки Алтая представят современное старинное оружие, научат фланкировки, будут гости из Ростова-на-Дону, которые представят уникальные музейные предметы и расскажут о казаках Дона. И так уже 12-й год подряд на одной площадке собираются творческие коллективы из разных регионов России. В этом году приедут 46, и каждому есть что показать. У нас сшиты костюмы по этнографическим образцам. Мы подготовили материал, который одновременно является уникальным. Это песни двух деревень Усть-Калмыцкого района. Одна из песен известна даже на территории Алтайского края в нескольких вариантах. Но об этом мы все поподробнее расскажем на площадке. Количество гостей фестиваля на Бирюзовой Катуни с каждым годом идет в рост. Приезжают не только, как говорится, первоходцы, но и новые творческие коллективы. Благодаря фестивалю молодые люди не только не забывают обычаи, традиции собственной культуры, они ее развивают, продвигают и также имеют возможность познакомиться с особенностями культуры других народов. Напомним, фестиваль пройдет в регионе с 9 по 12 июня. Завершится мероприятие праздничным концертом в честь Дня России. Мария Костолева, Владислав Ковалев. День с толком.